ОМОН «Скорпион Каспи» Управление Росгвардии по Республике Дагестан отметил свою 24-ю годовщину со дня образования. В праздничном мероприятии приняли участие в РИД заместителя территориального управления Росгвардии начальника штаба полковника Антон Зуев, в РИО командира ОМОН «Скорпион Каспи» полковник полиции Гаджимурат Кибетгаджиев, ветераны службы и многие другие. Напомним, что бойцы отряда на протяжении многих лет достойно справляются с поставленными задачами, обеспечивая мир и покой жителям республики. В РИД заместителя территориального управления Росгвардии начальника штаба полковника Антон Зуев обратился к военнослужащим с приветственной речью и пожеланиями. Огромное спасибо за вклад в служение Отечеству, в достижение победы над противником на дальних рубежах нашей Родины, за пределами республики. Выразить огромную благодарность ветеранам отряда за тот опыт, за те традиции, которые существуют в отряде, за те знания, которые передаются из поколения в поколение. Присоединился к словам Зуева полковник полиции Гаджимурат Кибетгаджиев. Он отметил, что в этот день нельзя не вспомнить имена наших погибших боевых товарищей, которые отдали свои жизни, обеспечивая правопорядок и отстаивая интересы страны. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к памятнику погибшим бойцам.